Понасмотрелся я тут видосов в Ютубе из разряда «Собирайся вместе со мной». И я тоже захотела снять такое же видео своих сборов на уличную тренировку. Кстати, пока я решала, что надеть, я поняла, что у меня не так много одежды для занятий спортом. Этот образ мне вообще не понравился, и поэтому я пошла переодеваться в свой привычный черный костюм. Естественно, я дополнила свой образ кепкой, сумкой и бутылкой воды, без которой я просто умру на тренировке. И да, в этот день я поняла, что мне нужно искать какой-то новый костюм, потому что в этом черном заниматься на улице, ну, просто безумно жарко. На этом все, но больше контента у меня в телеге. Всех люблю, пока-пока.